Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с мужем ездили в магазин «Лента», закупились так, ну, мне кажется, много продуктов. Так что сейчас я вам все покажу, что мы купили. Итак, вот такая у нас большая закупка продуктов из магазина «Лента». Ну, давайте покажу, что купили. Значит, здесь у меня картошка. Дальше. Я ездила с мужем, поэтому у меня пиво вот такое разное он купил. 3 бутылочки вот такого какого-то и 2 вот такой. Ну, я тоже, наверное. Вот. А дальше масло. Вот такую большую бутылку. Очень люблю, кстати, масло вот это «Слобода». Дальше здесь для мамы купила вот такие хлопья овсяные. Какие-то новые появились. «Худеем вместе» с овсяными отрубями. В общем, не знаю. Но их нужно варить. 3-5 минут. Ну, в общем, не знаю. Попробует мама, потом расскажет. Так, дальше. Девочка купила вот такой Nesquik Duo. Они меня очень любят. Здесь у меня бананы. А дальше вот такие зеленые яблочки купила. Они были со скидкой по 60 рублей. Дальше помело. У меня сынок очень любит, и муж. 1 грейпфрут взяла. Это я для чая. В чай его добавляю. И там сейчас в ленте фестиваль экзотических фруктов. 40% на все экзотические фрукты. Конечно же, я взяла личи. Обожаю их. Но они, конечно, по вкусу на любителя. Но я их очень-очень люблю. И вот здесь вот спагетти. В общем, здесь вот я взяла питахая, наверное, так правильно называется. Я никогда не пробовала этот фрукт. В общем, попробую. Не знаю, может, со мной детки будут есть. Желтая манго взяла. Вот такой авокадо. Тоже первый раз такое буду пробовать. Раньше таких не видела. Оно очень мягенькое внутри. Взяла одну штучку попробовать. И обычная еще манго. У меня детки его очень любят. Взяли вот такие мандаринки. И клементины. Кстати, клементины очень сладкие. Очень нам всем нравятся. Взяла огурцы. У нас тут порвались. Огурчики по 139 рублей. Там на что-то скидки были. Дальше у меня здесь редьку черную в салатик я добавляю. Вот такой салат хрустящий. Я его очень люблю. Он стоит, по-моему, 59 рублей со скидкой. Но он очень вкусный. Я вам прям советую. Помидоры. По 134. Но они тоже, по-моему, были со скидкой. Дальше здесь вот такой чай взяла. Гринфилд. Люблю чай Гринфилд. Кусочек сыра пошехонского. Так, масло говорила. И взяла деткам всякие конфетки. Вот такие леденцы. У меня, кстати, одну упаковку такую муж себе в машине оставил. Нет, не оставил. Принес. То есть он себе для машины одну домой. Вот такие тоже конфетки. Это дети у меня очень любят. Мишки, 2 упаковки. И также в ленте я увидела вот такие, вот такую халву подсолнечную. Я очень люблю вот эту халву. И решила попробовать лентовскую вот такую. Вкусная или нет, но мне кажется, должна быть вкусная. Видите, она натуральная. Гречка. Вот такие вермишельку для бульончика. Это у нас сырная лепешка. У меня все ее дома любят. Одна с зеленью, с чесноком. А вторая просто сырная. Так, дальше еще увидела вот такое печенье. Просто взяла на пробу, на фруктозе, овсяное с шоколадом. Это на самом деле в разделе, который для диабетиков идет. Ну, в общем, просто решила попробовать. Оно внутри очень-очень мягкое. Не знаю, посмотрим, вкусно или нет. Дальше взяла вот такую томатную пасту. Появилась от дяди Вани в таких упаковочках. Мне очень удобно открыл. И на что-то вот я тут 3 штучки взяла. Дальше у меня здесь вот этот хлеб наш любимый с морковкой. Вот такой хлеб. Тоже очень любим его с семечками. Это ладушкин. И взяла попробовать вот такой лентовский тостовый. Тоже мы его очень любим.
Здесь у меня кусочек колбаски. Вот такой лентовской. Дальше вот такой сыр. Кстати, вот такой сыр очень-очень вкусный. Мягкий, с тмином. Там есть с разными пряностями, но вкусный именно вот этот с тмином. Ну, по крайней мере, нам он больше всего нравится. Вот, очень классно сыр. Ну, я такой не очень люблю, у меня муж, мама любит. Также муж у меня взял здесь имбирь и морковь. Мне морковь нельзя, я от нее чешусь, вот это вот. Но имбирь чуть-чуть, может быть, я и съем. Дальше взяла сгущенку вот такую. Сардельки. Вот это папа может, мясные, кстати, очень вкусные сардельки. Вот тут мои детки сидят. Помощники мои, да. Вот, они меня любят вот эти мождельки, одно с вкусом ананас-манго, а второе... А это моя любимая с мороженым, типа. Да, арбуз дыня очень любит. Да, такое мороженое есть. И моё любимое. Да, дальше купила вот эти феликс, в общем, тут разные для котов. Вот такие тоже у меня любят дети и мама, карамельные. Мои тоже. Кукурузно-рисовые вот эти хлебцы. Вкусные. Взяла одну куриную грудку. У меня мясо еще есть в морозилке, поэтому только куриную грудку взяла. И взяла тесто слоеное. Я собираюсь сделать медовик. Поэтому у меня сгущенка. И я буду делать такой ленивый медовик. И взяла для него слоеное тесто бездрожжевое. Две упаковки как раз на него уйдет. И одну упаковочку теста вот такого дрожжевого. Мне, кстати, очень нравятся вот эти 365 дней теста. А, две даже взяла упаковочки. И внизу у меня основа для пиццы вот такая. Тоже люблю ее брать. Тут две штучки. В общем, нам нравится. И вот это тесто тоже взяла на всякий случай. Мало ли, что у меня будет вдохновение выпечь. Так, здесь все показала. И теперь у меня вот здесь вот, значит, туалетная бумага, упаковку тоже лентовскую. Муж дезодорант взял себе. Тут у меня куча соков, они были по скидке, в общем, разные. Тут вишня, черешня, гранатовый, апельсиновая манго, яблочный, апельсиновая манго, яблочный и снова яблочный. И взяла бытовую химию. Вот мне очень понравились вот эти вот средства для стирки, для защиты цвета. То есть я стираю ими цветное белье. И вот это для черного. Оно стоит дешевле ласки, но ничем не хуже вообще. Оно, кстати, очень-очень густое. И очень классно все и выстирывает. И при этом, ну, то есть даже немножко восстанавливает черный цвет. Если у вас вы ездите в магазин Лента, присмотритесь вот к этим. И также с кондиционером, там был со скидкой, я взяла себе Ленор. Вот такой с маслом ши. Дальше фейри для мытья посуды тоже было по скидке. Вот такое взяли средство Comet. Это для ванной комнаты. Посмотрим. А, кстати, лентовские средства для ванной комнаты, он нам не очень понравился. Он, ну так, не очень хорошо отмывает. И дозатор, ну вот этот разбрызгиватель, он у нас очень быстро сломался. Дальше взяла гели для душа. Мне очень нравится вот этот мятный восторг по аромату, очень вкусный. И также вот такой ныряй в клубничный рай, очень вкусно, кстати, пахнет, тоже взяла. Это у меня мужу. Он моется только этим шампунем, он больше никаким. Да, вот, также взяла, вот у меня еще сливки для торта. Здесь вот у меня салфетки вот такие для гигиены. И вот такие антибактериальные. У меня затесался масло. Я очень люблю вот это масло, Вкуснотеево. Оно очень вкусное, оно не дешевое, но лучшее из всех сливочных масел, которые мы вообще пробовали. Именно вот это Вкуснотеево. Оно действительно, знаете, не крошится как-то после того, как постоит в холодильнике, а именно вот, ну, в общем, очень классно, мне очень нравится. Вот. Так что вот такие вот у нас была такая закупка. И сейчас еще покажу чек. И вот чек у нас составил 7960 рублей. Такой огромный, длинный, сейчас покажу. А красный — это клубничка.
Красное это лимит. Чего у тебя цветет? Палец прикусил. Ну, бывает. И вот хочу показать вот такое средство для ванной комнаты от марки Лента. Оно неплохо чистит, но как сказать, если нет сильных загрязнений, вы просто, ну как освежить, наверное, да, просто сполоснуть ванную или раковину, то да, неплохо. Но какие-то сильные ржавчину он не удалит 100%, и какие-то сильно пятна въедливые тоже не удалит. И когда остается этого средства где-то примерно вот столько, то есть на донышке, у него перестает работать вот этот разбрызгиватель. То есть отсюда выходит просто пена, и он не разбрызгивает. Вот этим как бы мне не очень нравится, потому что получается средство до конца особо не используется. В общем, вот так вот. И еще забыла сказать, но в чеке там было, я купила еще 5 килограмм сахара. Что-то я его куда-то, видно, делала, поэтому не сказала. 5 килограмм это взял мой муж, чтобы я уже ничего не таскала. Говорит, давай возьмем большую упаковку, и все хорошо. Тем более я сейчас варю достаточно часто компоты. Хоть добавляю туда и немного сахара, но все равно сахар быстро из-за компотов уходит. Так что вот такая вот у меня была закупка. Завтра буду готовить торт Наполеон. Я выбрала рецепт для самых ленивых, то есть для меня. Но я его обязательно вам сниму, покажу. И этот торт я буду готовить впервые. Я никогда вообще не готовила Наполеон. Но что-то мне очень сильно захотелось. Вот, нашла в интернете, ну просто в Яндексе набила там... на каком-то сайте по приготовлению, как готовить. В общем, все вам потом в следующем влоге уже покажу и расскажу. Вообще, у меня сейчас какое-то вдохновение на готовку. Я как-то больше времени стала проводить на кухне, чему моя мама очень рада. Так что вот так вот. Ну, на сегодня я буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всех люблю, целую и до новых встреч!